С фантастической скоростью 3 км в секунду этот рекорд еще не побили нигде. Противоракета А-135 вылетает из шахты. Один миг и условную цель разрывает на части. По маневренности и точности попадания, говорят офицеры, конкурентов у нее попросту нет. Это самая скоростная ракета. Ее задача — обеспечение ближнего перехвата. То есть после входа боеголовок в воздушное пространство. Тут надо именно время принятия решения, время полета к боеголовке минимальное. Поэтому стартовый импульс у нее самый сильный по сравнению с другими ракетами. Сарык-Шаган, в переводе с казахского — голодная пустыня. Это сотни километров необитаемых степей. Здесь всегда ясная погода, словом, место идеальное для запусков. Такое есть только у российских войск. Это единственный в мире полигон для противоракетных испытаний. Американцы, например, проводят их только над Атлантикой. У других стран техники такого высокого класса попросту нет. К тому же Сарык-Шаган не только испытательный, но и боевой центр. Дон, Неман, Балхаш-9. Это целая сеть радиолокационных станций, которые связаны с полигоном. По их команде в любую секунду отсюда можно запустить противоракету. По сути, наше подразделение в Казахстане – это южный щит России. У единственного конкурента России по системам ПРО США таких быстрых и точных противоракет нет до сих пор. Не без гордости добавляют офицеры и спешат на боевой пост. Еще раз посмотреть, как в небо поднимаются клубы дыма. А где-то на высоте 6 километров условную цель сбивает А-135. Один из главных гарантов ядерной безопасности страны. Игорь Балдин, Алексей Свеженцев, Никита Коношенков, Сарык-Шаган, Казахстан, телеканал «Звезда».